Еще один сегодня отжиг, это свеча кокон и две сопутствующие. Я их снимала отдельно во время этого. А когда снимала свечи, в предыдущем видео будет. Это себек и сет. Как стражи-защитники этого кокона. Тут у нас черемуха для нормальной, адекватной, мощной самооценки, цвет каштана. А луки, это как фиолетовое пламя пойдет, жимолости, ракитник, золотой дождь или желтая акация. А в самой свече, сама свеча из белой и желтой акации. Там еще пару трав, об этом я говорила. Ромашка, черемуха, нарциссы. Это все, там еще есть рунические символы для световые ловушки и вообще для усиления света. Тут у нас еще есть вот можжевельник для чистоты сознания. Это поддержка энергетических практик с коконом, это защита открытых путей, дорог, защита целостности внутренней, ощущение совершенства. Тут у нас еще можжевеловые спилы, я уже не буду на них концентрировать внимание. Вот тут и дамару, и спил. Путь и метод стабилизации дамару, тут много еще чего есть. Ганеш тут стоит для моих личных целей. Значит, есть еще ваджры, соты и многие еще атрибуты. Не буду на них фиксировать внимание. Рядом еще много всего тоже есть, как поддержка энергии, которая вложена туда. Здесь в отжиге вот основная энергия. Сет и сибек. Здесь и защита от так называемых посягательств и энергетических воздействий. Об этом я в предыдущем видео говорила. И целостность кокона. Тут свеча сварена, она ведьмина свеча, по сути. И попутно еще на ней сделана отливка золотой вощиной. Для золотого кокона, чистоты, чистки, там много еще чего сделано. Я просто сейчас спешу это все рассказывать. Может, отдельно сделаю еще, хотел сказать, свяжу еще одну такую свечу. И объясню. Там еще, кстати, злаки есть для цельности и для изобилия. Но в общем, это вот такие врата в новое, это защита кокона, это защита новых путей, дорог, проектов, целостности, защита от вторжений, от крадников, от всякого вот такого низкочастотного, ущербного. Мы такое больше не привлекаем в свою жизнь, таким учителям говорим спасибо большое. А если сейчас сюда такие пришли, в предыдущем видео советую посмотреть. Я там объясняла про то, что здесь есть программа бумерангов и обраточек. Если чувствуете нечистоплотность, лучше не смотреть.